Смертельное травмирование людей при пересечении железнодорожных путей происходит чаще всего на наземных переходах, в том числе оборудованных ограждениями и светозвуковой сигнализацией. В целях предупреждения травмирования людей на переходах в округе регулярно проводятся рейды у железнодорожных платформ. Очередной рейд состоялся сегодня у платформы Быково. Рейды у нас постоянно, мы помогаем и железнодороге, и нашей полиции, выходим в эти рейды. Травматизм, к сожалению, не убывает, но мы стараемся разговаривать с людьми, разговаривать с прохожими. Очень много, конечно, травматизм происходит из-за того, что люди невнимательны. Сотрудники администрации, железнодорожной структуры, полиции, народной дружины всегда принимают участие в таких мероприятиях и делают все зависящее от них, чтобы предотвратить гибель и травмирование людей. Однако, несмотря и вопреки на предупреждения, находятся те, кто пренебрегают правилами. Нарушитель уверен, что ему обязательно повезет. Он сократит время, деньги. Но, как показывает практика, сокращает срок своей жизни или серьезно травмируется. В ходе рейда было выявлено, что переход, на котором проводится данный рейд, оборудован светозвуковой сигнализацией, пешеходным настилом, также огражден забором. Строгое соблюдение правил зависит только от пассажиров и пешеходов. Спешка добром не заканчивается. Не всегда рядом окажется тот, кто вовремя тебя остановит. Подобные рейды будут проводиться регулярно. Алена Иванова, Игорь Чернышов для программы «Городские вести».